Здравствуйте, Андрей. Поздравляем вас с победой в этом матче. Мы знаем, что 16 бит довольно сильно обновили состав. Расскажите немного о том, кто пришел в команду, кто ушел, какие изменения. Здравствуйте. Ну, в первую очередь у нас с того состава осталось 5 человек. И все новенькие – это первокурсники, ну, максимум второй курс. Вот они прошли отбор, как отбор, поиграли пару раз, вот, ну, их взяли. И одного еще легионера взяли, он друг нашего игрока. Вот так и сформировалась наша команда. Почти без легионеров, можно сказать. Ну, какую оценку дадите сегодняшней игре такого обновленного состава, ну и игре в 16 бит в целом? Ну, для первой игры, думаю, 4 с минусом можно поставить. Вот. Почему только 4 с минусом? Ну, взаимодействия никакого нету. Непонятно, кто где играет. Так, сумбур такой мелкий. Вот, из-за этого проиграли первую игру. Вторую игру чуть-чуть лучше играли. Спасибо Марку, что он нас это спасал. Ну, а вот вы сказали чуть лучше. Вот кроме действий вратаря, в чем это еще выразилось? Игроки в первую очередь самоотдачи играют, до конца возвращаются. Да, мы сами виноваты были в первой игре. 2-2 счет был, мы 3 момента сами себе привезли. Вот. Но во второй игре чуть пособраннее сыграли, и вследствие команда нам помогла и забила сами себе. Ну, как считаете, без прежних игроков, как вам придется в этом сезоне? Ну, конечно, трудно. Сергей Абанинович, не знаю, будет он или нет играть. Никита Косогоров. Ну, как мы, можно сказать, облегчились. Ни Косогоровы, ни Дюрич, никого. Так, легкий вес, можно сказать. Посмотрим, к концу сезона, можно сказать, уже лучше или хуже. А почему с Абанином пока непонятно, что там за ситуация? Ну, с ним надо лично разговаривать, и это уже в индивидуальном порядке вопрос решать. Ну и поскольку у нас сегодня первое у вас интервью за сезон, такой маленький открытый микрофон, может быть, что-то хотите сказать участникам лиги, своим соперникам, болельщикам? Ну, в первую очередь, желаю, чтобы играли без грубости, на судью не кричали. И всегда фэрплей был, на игры не опаздывали, вообще приходили, чтобы технических поражений поменьше было. Ну и все, так, чтобы без травм все играли. Спасибо большое за интервью, удачи вам.